И снова привет, друзья. Привет всем, кто продолжает играть в Клондайк. Давайте еще разок пробежимся по нашим вот этим бесконечным лабиринтам. Целых 2 недели нам дали возможность их копать, обрабатывать. И я думаю, многие согласятся, что в принципе задача очень даже выполнимая получилась. Хотя цифра в 55 лабиринтов, чтобы очистить их, вначале многим казалась очень даже огромной. И я думаю, многие так же, как и я, приуныли. Но если есть желание, время свободное и какой-то запас энергетиков на складе, то, в принципе, даже очень все хорошо и здорово получилось. Путешествие получилось очень интересное. Смотрите, вот этот 55-й, я наконец-то до него добрался, хотя не думал, что дойду сюда. Но все-таки мы здесь собираем, вернее, восстанавливаем последний вот этот обелиск. И осталось нам собрать очередную порцию подарочков, сундучочков и открыть, конечно же, сокровищницу. Так, я после 20-го где-то тоже немного подсел, когда у меня кончились все вот эти пироги 20-е, меды, хлебы, печеньки. К 30-му уровню уже начали работать чизкейки и малиновые звоны. Потом как-то обнаружил я копилочку нехилую в 500 блинчиков 15-х. Оказалось, что у меня очень много алмазов 30-каратных. Но поменял, и они меня как-то вот подстегнули, поддержали и направили все-таки вот это, к этой конечной цели. Так что не все так страшно, как казалось вначале. Все, друзья, 55 лабиринтов готовы. И давайте просто сейчас потратим энергию и очередную небольшую порцию ресурсов закидаем себе на склад. Вот так вот. Если хочешь, все-таки можно добиться желаемого результата. Да, получилось. И, честно говоря, я очень даже этому рад. Все, хватит тратить энергию. И вот, видите, какое количество энергетиков у меня еще осталось. В принципе, 50-е вот эти черничные пироги я практически даже не потратил. Ну, вот так вот очень все здорово получилось. Идем к нашему торговцу за енотом и смотрим, сколько у нас акционида. В принципе, сумма очень даже значительная получилась. Берем енота и чешем домой. Смотреть на стража на нашего. Вот такая вот парочка у нас здесь сейчас образуется. Так, 1, 2, 3, 5 и еще 5 звездочек. Все, друзья, готово. Хотелось бы, конечно, превратить его сразу, но, извините, облом. Опять нам говорят, подожди недельку, потом ты уже сможешь стража превратить в супер постройку и там сделать все эти крафты, которые в нем возможны. Ну, подождем немного, ладно. Вот такая парочка у нас получилась. Красавцы. Красавец и красавица. Что же нас ждет дальше? А, ну да, смотрите, вот секретов лабиринта уже собранных больше 800. И я думаю, такое же количество где-то набирается, которые сундуки нужно закрытые обработать. Поставим вот этого енота. Я потом, честно говоря, пожалел, что его купил. Он за вот эту вот одну чернику приносит на самом деле, ну, хрень он приносит. Ничего он почти не приносит. Можно было его не брать. Ну, будет стоять как статуя. Вот, смотрите, закрытых сундуков еще больше 800. Вот и обрабатывай, сиди. То есть нам нужны верстаки. Ничего мы больше не будем покупать. Из того, что предлагает нам здесь торговец в лабиринтах, мы просто чешем к нему и набираем на последние без сдачи. На всю сумму берем верстаков. Верстаков берем и смотрите, сколько их получилось. Вот такая вот интересная цифра. Аж 132 штуки. То есть можем обработать 650 закрытых сундуков. Ну, не хватает, конечно, на все. Но будем еще копать, потому что энергия осталась. В принципе, можно работать дальше. В следующие лабиринты идем и копаем. Пока делать нечего. Но осталось только найти место, чтобы поставить эти 132 верстака. Так, что у нас еще здесь присутствует? А, пока я монтировал видео, я еще вот откопал до 68-го.
Ну, даже не напрягаясь, можно копать еще и дальше. Энергия есть, она добавляется, и кролики помогают, и пекарни тоже работают. И если не заморачиваться особо, то, в принципе, можно еще покопать эти 4-5 почти дней. 70 и 80 можно копнуть. Так, смотрим здесь, ничего не спрятали? Нет. Все, готов у нас очередной лабиринт 68. Ну, вот такой вот мой результат, в принципе. Но я думаю, что он промежуточный, скорее всего. Не удержусь я и буду еще покопаю. Вот так здорово открывается. С одного удара всегда так открывалось. Давайте потратим энергию и пойдем домой, посмотрим на окончательный наш результат. Ну, может быть, не окончательный. Посмотрим общий рейтинг, кто там сколько накопал. Еще несколько верстаков у нас есть возможность взять. И погнали мы домой. А дома вот так вот, ребята. Смотрите, какая интересная цифра уже получается. Больше 1500. 1500 сундучков секретов лабиринта. 22000 с лишним можно сделать энергии. Вот так. Раз и заработали мы, в принципе, в этих лабиринтах очень даже неплохо. Ну вот смотрите, я говорил, что из енота падает хрень, но вот она и выпала. Вот такой вот красавца мы поставили. Ну, я не знаю, буду иногда, конечно, собирать. И охота еще поругаться вот на это вот дело, конечно. 4 дня, ну, 5 почти дней ждать, чтобы узнать. Дайте мне бобра и кто там еще, и панда сразу. Ну, почему вот эта вот дискриминация какая-то? Почему надо ждать целую неделю, чтобы уже построенную крафтовую постройку, восстановленную, нельзя было превратить в суперприз? Вот смотрите, что там в общем рейтинге. Да, ребята копают, конечно, конкретно. Добавиться я пытался, друзья, вот к этому, кто на первом месте, он меня чуть в черный список запихнул. Ну, значит, ему не нужны друзья. Я где-то в соточке так держусь, подкапываю потихоньку. Ну, вот такой вот рейтинг. Но не думаю, что это является каким-то особым показателем. Единственное, что могу сказать, что немногие могут добиться вот хотя бы такого результата. Из миллионов игроков, которые играют, немногие могут в лабиринтах как следует покопаться. А тем временем обновление уже в игре наступило. К нам приехала кореянка на таком вот симпатичном кораблике. И смотрите, она предлагает нам веселые значки обменивать на, опять же, какие-то приятные ресурсы. И поплавки тут, и сингулярность, динамит. Так, дальше можно даже где-то сделать здесь открытка будет, что-то на локации там улучшить. И последнее, что мы на 7-й день добудем, это будут сани кореянки. Ну, очень интересно посмотреть, что же это будет такое. Квесты выполняем, зарабатываем значки. Кстати, в этот раз еще, вот смотрите, что добавили. По 4 даже задания есть, по 4. И двигаем дальше. Это я уже выполнил сегодняшнее. Целых 5 заданий. Вот так вот. Очередная небольшая обнова от разработчиков. Все-таки что-то они делают, молодцы. Игра обновляется, процесс идет. Шаманочей продолжаем добавлять в кучу. Если кому-то нужны, пишите, я их не продаю, просто дарю. И продолжаю собирать вот эту кучу огромную подарков. Когда-нибудь мы их все-таки откроем. На этом все, друзья. Играйте в Клондайк, добавляйтесь в друзья. Пишите, если кому-то нужна помощь. Удачи всем! И до новых встреч на канале. Пока-пока, друзья!